Хочу отметить важность этой школы именно в помощи странам в разработке нормативных документов, а именно основных требований безопасности, требований радиационной безопасности. Хотела бы еще отметить, что данная школа проводится на русском языке. Это имеет очень важное значение для стран бывшего Союза, которые могут более детально понять требования, разрабатывать свои документы вместе с очень квалифицированными экспертами МАГАТЭ и разных стран, получать помощь от них в части разработки нормативных документов и в итоге обсудить те проекты, которые мы разработаем. И все мои наработки в этих направлениях будут использованы для усовершенствования законодательной базы в этой сфере. Если следовать рекомендациям МАГАТЭ, то в нашей стране отсутствует единый регулирующий орган, нет системы лицензирования источников ионизирующего излучения, нет эффективного инспектирования радиоактивных источников, а также отсутствует хорошие меры принуждения. Поэтому я считаю, участие в этом, в этой школе будут очень как бы эффективным для нашей страны, потому что и будет это помощью нашей группе, межведомственная группа, да, и надеемся, что мы создадим хороший проект этого документа, и этот проект документа принесет нам большую пользу для нашей страны, для установления эффективной традиционной безопасности. Here we have a good opportunity to make some analysis of our legislation and compare it with the International Atomic Energy Standards regulation, and especially with the new draft of new basic safety standards. Currently, there is need to upgrade existing and create new normative acts for different areas of application of ionizing radiation. In particular, we are talking about the sources of ionizing radiation for medical and industrial purposes. So we let some hope that current workshop will help us to create the basis for a more professional approach in the development of normative documents in the state level. Our challenges in elaborating regulatory documents are lack of qualified staff, and this school is very essential for us since it provides an idea of drafting the new regulation, especially taking into account the new basis. And during this school, we hope to elaborate a new norms of radiation protection, which will be approved in our country, and taking into account that we are in the process of making amendments to the law. This is in time school, and we hope after making amendments to the law to adopt the new draft of elaborated norms, which we are working on it here. Thank you.